Здравствуйте, уважаемые слушатели. Пожалуй, в истории страны трудно найти более скорбную дату, чем 22 июня. Именно в этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Это была по-настоящему священная война. Именно так и называлось произведение, которым открыл свое выступление наш оркестр. Подготовку к нападению на СССР Третий Рейх начал в 1940 году, когда почти вся Европа была оккупирована немцами. Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на Советский Союз 191 дивизию, силу противника насчитывали 5,5 миллионов человек, 4300 танков и штурмовых орудий, 47 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч боевых самолетов, 192 корабля. Германия планировала против СССР молниеносную войну. Красная же армия к июню 1941 года имела 187 дивизий. В ее составе было около 3 миллионов человек, более 38 тысяч орудий и минометов. В Северном, Балтийском и Черноморском флотах насчитывало 182 корабля и 1400 боевых самолетов. Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, другой военной техникой. Таким образом, создав подавляющее превосходство, агрессор прорвал оборону советских войск. Оккупанты в первые недели войны заняли значительную европейскую часть страны, продвинувшись вглубь до 600 километров. Десятки эшелонов ежедневно прибывали на фронт, и название Белорусского вокзала, откуда в западном направлении отправлялись на войну наши бойцы, долгие годы у фронтовиков ассоциировалось с фронтом, с боевым братством. Не случайно, спустя многие годы после окончания Великой Отечественной войны, именно о таком братстве был снят художественный фильм, который так и называется «Белорусский вокзал». И самую главную музыкальную тему из этого фильма сейчас и исполнит наш оркестр. Практически все мужское население Советского Союза было призвано на фронт. Исключение составляли лишь специалисты, требовавшиеся для обеспечения нужд фронта. По официальным данным, за почти 4 года войны на службу было призвано более 34 миллионов человек. Более 8 миллионов из них погибло.
Огромные потери понесло и гражданское население. Было разрушено 1700 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий. Подлинным героизмом покрыли себя многие воинские подразделения Красной Армии. Чудеса отваги и самопожертвования зачастую демонстрировали не только кадровые военные, но и простые люди, от безусых призывников до мобилизованных на фронт бывших крестьян, рабочих, служащих. Добровольцами уходили на фронт даже те, у кого была возможность трудиться в тылу. Всеми двигало одно – желание как можно скорее покончить с врагом, освободить родную землю от коричневой чумы. На смену погибшим и раненым бойцам в дорогу собирались все новые и новые силы. И следующее наше произведение так и называется «Пора в путь-дорогу». Дороги войны, тяготы и лишения, гибель друзей. Невозможно представить, что пришлось перенести участникам тех сражений. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Эти строки песни, написанные сразу после окончания Великой Отечественной войны, как нельзя лучше отражают ту грусть по безвременно ушедшим товарищам. Не случайно песня стала очень популярной среди ветеранов. И на всех встречах боевых друзей она непременно исполняется прошедшими через этот ад героями. Александр Новиков, «Эх, дороги». Thank you.
За особый героизм, проявленный в боях с противником во время Великой Отечественной войны, многие части, корабли, соединения и объединения советских вооруженных сил получали звания гвардейских. Всего за время войны возможность именоваться гвардейскими были удостоены 11 общевойсковых и 6 танковых армий, 1 конно-механизированная группа, 215 дивизий. Гвардейскими являлись также 13 мотострелковых и 66 танковых бригад, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 1 бригада морской пехоты, другие соединения, а также большое количество частей различных родов войск. Конечно, подвиг советских людей был отражен и в музыке. Десятки маршей и песен были посвящены подвигу народа. И сейчас прозвучит марш, который так и называется «Слава гвардейцам». Переломным сражением в Великой Отечественной войне стала, безусловно, Сталинградская битва в начале 1943 года, где был сломан хребет вермахта. И с того времени началось освобождение страны от фашистской заразы. К началу ноября 1944 года территория Советского Союза была полностью освобождена от германских полчищ. Конечно, остановись наши войска на этом, многие жертв среди военнослужащих удалось бы избежать. Но руководство страны понимало, если не добить врага в его логове, спустя непродолжительное время беда вновь постучится в каждый дом. Сводки последнего полугода войны – это сводки побед нашей армии уже в Европе. Варшава, Будапешт, Вена,
Прага и, наконец, Берлин. Слова известной песни «Пол Европы прошагали, пол земли» были написаны неспроста. Действительно, советская армия освободила половину Европы, а по факту весь мир от фашизма, с верой в то, что больше никогда эта чума не сможет ожить. И победная, жизнеутверждающая песня «Казаки в Берлине» как нельзя лучше показывает тот настрой, который испытывал каждый боец, внесший свой вклад в дело Великой Победы. В заключении концерта наш оркестр исполнит еще одну популярную мелодию о войне. Несмотря на то, что песня «Майский вальс» была написана спустя 40 лет после окончания войны, выбор на нее вполне случайно. Дело в том, что автор музыки, композитор Игорь Лучинок, в годы оккупации его родной Белоруссии провел свои детские годы именно в Сальске. И как знать, возможно, именно воздух сальских степей способствовал тому, что в будущем он решил посвятить себя музыке. И сегодня, отдавая дань памяти этому выдающемуся композитору, наш оркестр и исполнит его самую известную композицию. Игорь Лучинок, «Майский вальс».
Дорогие слушатели, на этом наш концерт закончен. Перед вами выступал муниципальный духовой оркестр городского дворца культуры. Руководитель Олег Борисович Курбанцев. До новых встреч!